Apple готовится к большому прорыву в оригинальных программах, в том числе преобразованных из сериалов и полнометражных фильмов, согласно новому отчету The Wall Street Journal. Компания планирует предложить оригинальный контент в рамках существующей службы Apple Music к концу 2017 года. Таким образом, Apple собирается бороться с замедлением роста своего основного бизнеса. В будущем также компания планирует обнародовать данные о том, сколько человек посмотрело тот или иной фильм или шоу, и создавать соответствующие демографические сводки.